В эти выходные жители Богослова отметили День деревни. Местом проведения праздника стал стадион «Энергия». Богословцев поздравил начальник управления по развитию территории Фарианово, Угоднево, Трубино и Гребнево администрации городского округа Щелково Илья Яковлев. Тех, кто своим трудом вносит вклад в укрепление благополучия деревни, администрация отметила благодарственными письмами. В почетном списке – щелковский краевед Георгий Ровинский. Первый раз название Богослова упоминается в писцовых книгах Московского уезда, датированных концом XVI века. Оно связано с именем существовавшей тогда церкви Иоанна Богослова. Через село и мост над протекавшей рядом рекой Лошуткой проходил оживленный Хомутовский тракт. О прошлом и настоящем своей малой родины на празднике рассказали в стихах дети. Самые маленькие приняли участие в пиратской вечеринке и шоу мыльных пузырей. В вечерней программе выступили творческие коллективы и солисты ДК «Гребнево».